Так, всем большой привет! Сегодня будем сажать гладиолусы. Я их сажаю вообще-то немного раньше, но в этом году будем сажать их немножко позже. Это связано с тем, что в прошлом году я купила парочку гладиолусов основного поставщика и хотела убедиться в том, что они соответствуют тому цвету, который заявлен в каталоге. И, как вы можете увидеть из прошлогоднего моего видео, так оно и было, поэтому в этом году я заказала больше. Но вот эти старые, которые у меня остались прошлого года, ведь уже не пускают корешки и отросточки, есть и поменьше, а даже вот такие маленькие, я все буду сажать, и в этом году нет, но уже в следующем они обязательно зацветут. Луковица. Упала монетка? Давай я потрушу ее. Ой, монетка упала. А ну давай посмотрим, какая у тебя там монетка. Да. Ой, стерлись твои. Вот такая монетка, 2 евро. Стерлись, да? Да. Да. Хранила я их в подвале, поэтому на всякий случай я их буду обрабатывать фитоспорином. Так, для этого на литр воды добавим 3 грамма фитоспорина. Вот такой раствор. И замачиваю свои луковицы полностью, где-то на полчаса туда. А тем временем открою посылку с новым моим заказом. Вот, Хельветия. Red King. Да. То есть фаворит. То есть я заказала разные, разные, разнообразные, очень красивые. И тут у меня луковицы, да, гладиолусы. А тут одна луковица пришла. Калу заказала первый раз посмотреть, как они вырастут. Они вырастут? Да. Видишь, Green Star, зеленые, желтые. Под 3 штучки, я думаю, что этого достаточно. Главное, чтобы они росли. Так. Они пасеки. Тут советы, в принципе, как посажать розы. И моя накладная. Сейчас будем смотреть. Все пришло или нет. Ну вот и все, наши луковицы мы уже вытащили, просушили их после фитоспорина. Сейчас будем делать грядки и сажать наши гладиолусы. Все, мама, все. Что все? У меня какие-то такие белые цветочки в этом году. Куст. Гвоздик. И там уже вот рот. Так, там немножко зелени. И там тимин шезлонг. Так, сейчас будем делать наши грядки. Все. Так, грядки сделали. Сейчас будем их хорошо поливать, а потом уже ставить луковицы, чтобы они не попали в сухую землю. Тут у меня маленький жасмин. В прошлом году посадила. Пока он в этом году очень маленький. Посмотрим, что с него получится. Вот смотрите, какие луковицы. Так, сейчас возьму вот Хелви. Откроем.
Они, во-первых, большие, во-вторых, уже с отросточками. Вот. Глубина рядочков должна быть где-то 5 сантиметров, не больше. Сильно глубоко не надо сажать гладиолусы. Также расстояние между ними тоже должно быть 5-7 сантиметров. Все зависит еще от размера самих луковиц. Если луковицы крупные, то где-то 7-10 сантиметров. Если они мелкие, то ставим их гуще. Так, ребята, работа уже закончена. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. До скорой встречи. Всем пока.